Алло, Варшава! Алло, Варшава! Слушает Варшава! Это ты, Эльфет! Это кто же, Таня? Добрый вечер, Таня! Здравствуй, дорогая! Пламенный привет! Как дела, делишки? Все идет нормально! Готовы к передаче? Ну, конечно, ждем! Значит, все отлично! Ждать уже недолго! Через 2 минуты добрый час начнем! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем передачу «Людвиг на кухню». Несколько слов об этой передаче скажет заместитель редактора газеты «Добрый вечер» пан Стефан Скабронский. Пожалуйста. Благодарю вас. Прежде всего, от имени нашей газеты мне хотелось бы сказать вам «Здравствуйте». У нас в Польше, к сожалению, конечно, многие мужчины не любят заниматься ведением домашнего хозяйства. Они предпочитают лежать на диване, читать газеты, смотреть в телевизор на хорошеньких женщин. На вас, пани. Я думаю, что наши советские коллеги тоже не смогли бы служить нам примером в области ведения домашнего хозяйства. Поэтому мы решили обменяться опытом. Наша газета проводит ежегодный конкурс «Людвиг на кухню», в результате которого присваивается звание короля кухни. Сегодня мы приглашаем вас на финальный тур в нашу телевизионную студию. Позвольте представить вам председателя жюри нашего конкурса. Несколько слов, пожалуйста. Наш конкурс наконец подходит к концу. Он длился 3 дня с перерывами. На обед. На старт вышли 1207 обыкновенных мужчин. Финал пробилось значительно меньше. Всего 16 штук. Но каких? Один лучше другого. В возрасте от 23 до 72 лет. Вот они. И нам не нужно объяснять, что муж, как верный друг жены, во всем ей должен помогать. Брать, сварить, на стол накрыть, а ночью правиться с бельем. Любой мужчина должен быть на кухне королем. А вы, мужчины, и первый класс, с любой работой мы на ты. Подавал, свинал, вода и газ, и мастера мы убеждены. Берите с нас, друзья, пример, мы призываем всех мужчин. Теперь мы, что в СССР подходит наш мужской почин. Что вы делаете с ребенком? Простите, пан, у меня еще не было детей. Ежи Лапицкий, судак по-польски. Пан Марьян Кобельский, баранина с луком. Анжи Вишневский, праздничный торт, русская сказка. Победителем конкурса признан пан Анджей Вишневский,
врач из Варшавы. Посмотрите на нашего лауреата. Посмотрите на нашего лауреата. Это единственный мужчина, который свободно, полностью может обходиться без женщины. Он как раз и стирает, гладит, мастерски водит детскую коляску. Он владеет пылесосом, рассказывает детям небылицы, короче говоря, сказки. Если он так лечит своих больных, как готовит бигос, я завтра же буду у него на приеме вместе со своей печенью. Пан Вишневский получает звание король кухни Людвиг 71. Пан Андрей, и теперь, как неофициальное лицо, я вас приветствую от лица всех женщин в моем лице. Паня Ружецка, вручите, пожалуйста, награды. От всей души я рада вас поздравить. Вы поняли на кухне свою роль. Мы, женщины, всегда вас будем славить. Не только в кухне, вы в сердцах король. От всей души желаю вам добра. В честь пана Анджия, ура! Ну ничего, прежде всего позвольте вас поздравить и небольшое совсем коротенькое интервью. Ну, начнем с того, что я вам завидую. Мне? Да, ведь я умею жарить только яичницу, и то всмятку. Неужели, спасибо, неужели всему этому вы научились на курсах домоводства? Нет, не только, дома тоже. Ну, конечно, очаровательная жена, ради которой он совершает подвиги на кухне. Жены у меня нет. Ну, тогда, значит, мама. Матери тоже. Простите, она умерла? Я потерял свою мать, когда мне было 4 года, в самом конце войны. И вы не пытались ее найти? Найти ее невозможно, она погибла. Фамилия Вишневский не моя фамилия, имя Анджей тоже. Как? И вообще я не поляк, я русский. Русский? Прошу вас, расскажите нам свою историю. Мы жили на Украине. В самом конце войны мать и меня немцы отправили в Германию. А то, что ваш отец погиб, об этом вы уже знали? Да. Наш поезд шел через Польшу. Эшелон разбомбили. Мать погибла. Меня отправили в детский приют. Я помнил, что меня зовут Андрюша, Анджей. Фамилию дали Вишневский. Ну, а потом школа, институт. Теперь я варшавянин. Скажите, Анджей, а что вы помните еще, кроме своего имени? Я помню, у меня была сестра Маша, Мария. Когда немцы нас отправляли в Германию, она была у соседей, и соседи спрятали ее. Вы искали ее? Да. Я писал в Москву, писал в Киев, но для розыска человека этого мало. Послушайте, Анджей, послезавтра я лечу в Москву с артистами нашей эстрады. А что, если я попробую вам помочь? Каким образом? Ну, письма письмами, а живой человек это вернее. Ведь я журналистка. Я буду счастлив. Все зачеркнет.
но все это ложь, чужие с тобой. Ошибка твоя, ошибка моя, и каждый из нас наказан судьбой, наказан судьбой. Все позабудется, время безжалостно все зачеркнет. Только по-прежнему встречу на улице. По-моему, пора уходить. Ну что, такая известная певица, вот потому-то и пора уходить. Понимаю, Стефан. А куда? Куда? Сегодня с тобой мы только друзья, но все это ложь, чужие с тобой. Ошибка твоя, ошибка моя, и каждый из нас наказан судьбой, наказан судьбой.
Из нас троих могла бы получиться великолепная влюбленная пара. Ты думаешь? Уверен, стоит одному из нас сказать всего доброго и улыбнуться. Надеюсь, кому из нас улыбаться, решит Рената. Безусловно. Если мне представляется такая возможность, то я предпочту того, кто умеет готовить, стирать и убирать квартиру. Фи, это уже выбор мужа, а не возлюбленного. От настоящего возлюбленного до хорошего мужа всего один шаг. И умная женщина должна подумать об этом заранее. Кстати, Анджей, как вы готовите свой замечательный торт? О, очень просто. Берется 2 стакана муки, 2 яйца. Нет, нет, подождите, подождите, я придумала. Вы придете ко мне и все это сделаете, хорошо? Охотно, Рената, когда? Рената, послезавтра ты улетаешь в Москву. Между сегодня и послезавтра есть еще завтра. Вот оно что. Так вы придете? Обязательно. Это прекрасно. Анжей, где вы живете? Я живу 2 квартала направо. Прекрасно. А Рената 3 квартала налево. И мне тоже налево. Очень сожалею. И говорю всего доброго. Это Анжей находка для газеты. Поедешь в Москву, разыщешь его сестру, поместим 3 подвала о поисках, полосу о встрече. Интервью, фотографии. Молодец, Стефан. Я бы до этого никогда не додумалась. Что бы я делала без тебя? А почему тебе быть без меня? Я недавно получил новую квартиру. У меня отличный польский Фиат. Правда, он неисправен, но и мне тоже нужен ремонт дней на 10 в Закопане. А? Ну, не это главное. В машине, в Варшаве, в квартире я один. Я хотел бы все это разделить с тобой пополам. Каким образом? Выходи за меня замуж. Ты с ума сошел. Почему? Ты знаешь все мои достоинства. Я знаю все твои недостатки. Это главное. По-моему, Стефан, главное, нужно любить друг друга. Правильно. Но ведь мы любим друг друга. Ну, перестань. Это несерьезно. Напрасно. Я был 2 раза женат, и обе жены были от меня в полном восторге. А Зося, которая поет в кабаре, если бы она не сбежала со своим иллюзионистом, она бы до сих пор была самая счастливая женщина Варшавы. Ты ужасный человек, Стефан. Я очень хорошо понимаю Зосю. Она от тебя сбежала не зря. Ты ставь точку. Правильно. Many things that we eat grow in the field. Grow in the field. A frog is green. Green. The nose is red. Oh, excuse me, madam. Good evening. Good evening. Ой, простите, вы же из Польши. Да. А вы английской учите? Ох, так трудно. Пишется одно, читается другое, выговаривается третье. Но ничего не поделаешь, надо. Столица мира. Откуда только не едут. Вот вы, например, такую страну Урунди-Бурунди, знаете? Слышала. 901-й, Куба 902-й, Пакистан 903-й, Гваделупа 904-й. И все надо запомнить. Вы знаете, у нас на каждом этаже вся география. Да, сочувствую. Пожалуйста. Спасибо. Я хотела вас спросить. Вы не знаете, где здесь находится Красный Крест? Аптечка? Нет, у меня есть один знакомый в Варшаве. У него сестра русская. Он потерял ее во время войны. Так зачем вам Красный Крест? Вы напишите все, что вам известно. Я позвоню Кате Высоцкой, она работает старшей в справочном бюро. Катя моя подруга. Она позвонит куда надо и все выяснит. Вот, пишите. Спасибо. Работаем отлично, людям делаем добро. Целый день в ушах звучат тысячи вопросов. Когда уходит в Ленинград поезд номер 8? Результаты спорно, то вам уже известны. Я забыл метро, пальто, не свое, невесты. Мы работники столичных справочных бюро. Мы работаем отлично, людям делаем добро. Катюша, слушай, Катенька, помощь нам нужна твоя, выслушай внимательно. Есть в Варшаве гражданин, он не поляк, он русский. Скажите, где купить ботинки, детские игрушки? Где в Москве?
кафе сирень. Как мне сейчас утесов, и так, поверьте, целый день тысячи вопросов. Целый день звонки, звонки, еле успеваем. Как проехать Лужники, метро или трамвая, когда играет марарат, московская торпеда. Как проехать прямо, снова хватит рядом. Мы работники, столичные справы, все верно. Мы работаем, а ты кто любит, делаем добро. Творится бог знает что. Уже на 2 недели вперед записываю к своему Вишневскому. Почему-то на очереди почти одни женщины. Ну, он очень хороший врач. У нас много хороших врачей. Причина не в этом. Сварил обед по телевизору. Все в пределах возрастной нормы. Алло? Что-что, Москва? Рената, это вы? Я же. Я. Собирайтесь поскорее в Москву, мы обе вас ждем. Кто обе? Ваша сестра и я. Моя сестра? Угу. О. Здесь прекрасные люди, добрые и отзывчивые, и мы ее нашли. Неужели? Она москвичка, инженер. Так, значит, из самолета снимать нельзя? Нет. А в самолете? Можно. Ну что? Вас, пани Мария. Зачем? У меня будет повод встретиться с вами, вернуть фотографию. Ах, вот как? Угу. Тогда и в самолете не разрешается. Очень жаль, вы меня огорчили, пани. Ничего, это пройдет. Нередко так случается, мы в скверном настроении, и все не получается, и нервы в напряжении. Я вам совет отличный дам. Дружите с чувством юмора, цените чувство юмора всегда. Вот так я думаю. Порою мы угрюмые и портим кровь напрасно мы, а в жизни столько юмора, и жизнь вокруг прекрасная. Я вам совет отличный дам. Дружите с чувством юмора, цените чувство юмора всегда. Вот так я думаю. Любое огорчение мы в ужасе паническом, а ваше отношение должно быть ироническим. Я вам совет отличный дам. Дружите с чувством юмора, цените чувство юмора всегда. Вот так я думаю. Счастливый у нас с тобой сегодня день. Тебя встретит твоя сестра, меня Рената. Кстати, не надо быть особенно проницательным, чтобы понять, что она тебе нравится. Очень. Да, я счастлив, что Рената не только сотрудница нашей газеты, но и моя будущая жена. Как? Как твоя будущая? Да, и были некоторые обстоятельства, которые мешали. Но теперь я получил квартиру, у меня польский фиат, в общем, все в порядке. Ну что ж, я поздравляю тебя и Ренату. Что-то ни в коем случае. Мы держим это от всех в секрете. Рената хочет, чтобы это было сюрпризом. Поэтому ни слова особенно Ренате, умоляю тебя. Произвел посадку самолет японской авиакомпании, прибывший 443-м рейсом из Токио. Встречающего пассажира... Повтори еще раз, что я тебе сказал. Вы так много говорили, что я не помню, что именно. Тогда слушай еще раз. Материал, который мы снимаем, это не просто сюжет, понимаешь? Ну? Да убери ты что ты! Брат не видел сестру 27 лет, и наконец встреча. Нет, это... Смотри мне в глаза, когда со мной разговариваешь. Это не встреча. Это трагедия со счастливым концом. Трагедия со счастливым концом не бывает. Это в кино, в театре, а в жизни, как видишь, бывает. Смотри мне в глаза, когда со мной разговариваешь. Твоя задача снять этот сюжет так, чтобы не пропала ни одна эмоция. Ты понимаешь, нет? Понимаю. Что? Я буду снимать это скрытой камерой. Ты будешь здесь и снимать телеобъектив. А я пойду туда и разверну их так, чтобы тебе было удобно. Понятно? Понятно. Давайте выполняйте. Минуточку внимания. Наш самолет через несколько минут
совершит посадку на Шереметьевском аэродроме Москвы. Прошу всех пассажиров застегнуть привязные ремни. Богиня. Кто? Она. Ты куда? К ней. А как же Рената? Ой, совсем. Совсем забыл. Вот что значит холостяцкие привычки. Ну, успокойтесь, Мария Игнатьевна. Он в Москве, а вы... Привет! Выходит? Ага. Вы его не видите? Нет, пока нет. Вот он, в синем костюме. Высокий. Ага. Стефан, почему он здесь? Ну, ну не плачьте. Рената! Здравствуйте. Здравствуйте, Анжей. Андрюша! Маша, ты! Маша! Ой, извините. Пожалуйста. Рената! Здравствуй, дорогая. А ты зачем? Главный послал. Помогу тебе выполнить задание редакции. Я бы и сама справилась. Неужели это правда? Третий день живу, как во сне, и не верю. Правда, Маша. Правда. Правда. Билетики! 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 Ну, сняла? А? Молодец. Ну и как? Неважно. То есть как это неважно? Почему? Плакала. Сами же сказали, что трагедия. Эх ты. И потом, все было очень коротко, и мне нужен еще один дубль. Чего? Еще один дубль нужен. С ума сойти, а? Ну, ладно, попробую. Эй! Все было так неожиданно. Я получил телеграмму, мне помогли оформить документы, и вот я прилетел. Товарищ, умоляю вас повторить эту сцену еще раз. Какую сцену? Ну, это ваши встречи. Да вы что? Нет, поймите. Я не хотел вам мешать, но мы хотели все это снять скрытой камерой, но всякое бывает. Да что вы в самом деле? Нет, прошу вас, умоляю, поймите, просто настаиваю. Я вас умоляю, повторите эту сцену, ну прошу вас. Ну, что, ну это волнующая встреча. Он целует вас, она меня. Машенька, я надо, прошу надо. Вас. Вот уж никогда не думала, что стану киноартисткой. Ну давай, Андрюша, расцелуемся для миллиона зрителей. Я с удовольствием. Ну как? Прекрасно, друзья мои, но плохо. Вы должны встать вот сюда, в стороночку, так сказать, Маша, и целуете. Сюда. Давайте, начинайте. Маша! Одну минуточку. Сейчас я вам поправлю. Давайте. Маша! Так, хорошо. Ну-ка. Все? Довольны? Да, очень. Даже больше, чем очень. Но одна большая просьба. Ваш крупный планчик со слезами. Нет, слез больше не будет. Ну ничего, мы слезы сделаем сами. Майя, снимай. И вот теперь одни дни. Да. Я очень благодарен вам. Спасибо. Не стоит. До свидания. Ну что? Я так рада, что вы здесь. И все благополучно. Спасибо, Рената. Я никогда не забуду этот день. Ну все, мы свободны. Как свободны? Наоборот, все только начинается. У выхода нас ждет автобус, мы едем на телестудию. Зачем? Как зачем? 70 миллионов телезрителей у голубых экранов и один автобус у выхода. Вперед, друзья, вперед! Товарищи, через 15 минут мы в эфире. Если позволите, 2-3 вопроса. Вы старше вашего брата? Да. Вероятно, вы лучше помните события, которые предшествовали вашей разлуке. Конечно. Прошу вас. Мы жили на Украине.
Мама, Андрюша и я. В мае 43-го года в наш дом вошли два эсэсовца. И предложили нам собираться для отправки в Германию. Вернее, маме и Андрюше, потому что я была у соседки. Маша, ты сказала, в мае? Это было в октябре. Нет, в мае, Андрюшенька. Ну, как же так? Я был доставлен в польский приют 20 ноября. Андрюша, я же помню, ты был в летнем костюмчике и в белых ботиночках. Не было никаких белых ботиночек. Я видел опись моих вещей. Нет. Что же это? Анжей, неужели это ошибка? Тихо! Товарищ пан Вишневский, умоляю вас, вспомните, были вы в белых тапочках, ботиночках? Нет. Ну вот, говорила же вам, дайте спокойно вспомнить, подумать, а вы 70 миллионов голубых экранов. Я прошу прощения, но, пан режиссер, тут досадное недоразумение. Да, ну что же делать, через 20 минут передачи. Скажите, я могу видеть вашего главного редактора? Зачем? Пойдемте, это единственный выход. Так, куда? Действительно, туда. Трагедия. Я огорчена до слез. И я очень огорчен, Мария Игнатьевна. Я был бы просто счастлив, если бы оказались моей сестрой. Считайте меня вашей сестрой. Найдете, не найдете, а горе у нас с вами общее. Спасибо. Товарищи, минуточку. Идите сюда. Многие советские люди помогли, чтобы эта встреча состоялась. Но, к сожалению, выяснилось, что они не брат и сестра. Оба много лет ищут своих близких. Их судьбы удивительно похожи. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас. Помогите им найти своих брата и сестру. Если кто-нибудь из вас знает о их судьбе, сообщите в Москву. Земля, реки и поля, родина моя.
живем у полярного круга, там, где ветры гуляют во мгле, там, где белая вьюга, там, где белая вьюга, хозяйка на грешной земле. В черном небе под северным сиянием ледяные раскинулись поля. Звонкой азбукой Морзе, звонкой азбукой Морзе шлет привет нам большая земля. Мы живем у полярного круга, там, где ветры гуляют во мгле, там, где белая вьюга, там, где белая вьюга, хозяйка на грешной земле. Во мгле, там, где белая вьюга, там, где белая вьюга, хозяйка на грешной земле. Маша! Маша! Твой брат нашелся! Рената! Рената! Какое счастье, что я вас нашел! Она только что прилетела в Москву. Кто? Моя сестра. Правда? Она живет в Заполярье. Она метеоролог. Надо немедленно ехать на студию. Я готова. Прошу вас. Зося? Да. Ты в Москве? Да. Что ты тут делаешь? Как? Разве ты не знал, что я поехала вместо Едвиги? Что я пою и что я имею успех? Я рад за тебя. Стефан. Стефан. Не устраивай истерики, Зося. Стефан. Я так несчастна. Я не могу без тебя, Стефан. Я хочу вернуться, слышишь? Ко мне? Да. Не надо. Стефан. Я даже не понимаю, как я могла уйти от тебя. Хотя нет, нет. Я все понимаю. Он иллюзионист. Понимаешь, все иллюзионисты, они гипнотизеры. Я ушла от тебя просто под гипнозом, понимаешь? Я вернусь, Стефан, нет, дорогой. Нет, мне поздно, здесь только пепел. Где, Стефан? Вот здесь. Стефан, ну у тебя же остался там хоть один маленький уголек для меня. Маленький остался. Ну прекрасно, Стефан, я из него раздую. Такой пожар, Стефан. Зачем не надо, раздувать поздно. Ну знаешь ли, Стефан, ты тоже не без греха. Ты только вспомни эту блондинку, вспомни ее с этими какую? Пестрыми глазами. Какую? С пестрыми глазами? Да. Беата. Да, Беата. Как Беата? Что, была и Беата тоже? Ну, она была после тебя, Зося. Только не лги. Ну, клянусь только тебе. Только не лги, Стефан. Ну, а после тебя хоть потом. Стефан, дорогой, ты вспомни только, какой я тебе была женой. Ты вспомнил? Вспомнил. Стефан, вся Варшава тебе просто завидовала. Особенно тогда, когда ты сбежала от меня с этим иллюзионистом. Умоляю, милый Стефан. Будь таким, как прежде. Вспомни, Стефан, как любили мы друг друга нежно. Вспомни, Стефан, как когда-то ты шептал с улыбкой: Зося птичка, Зося пышка, золотая рыбка. Я прошу, давай друг другу снова улыбнемся и счастливой дружной парой в прошлое вернемся. Ах, в прошлом, ах, в прошлом нам так было. Но клянусь, туда дороги нет. Ничего, найдем. Но
клянусь, туда дороги нет. Ничего, пойдем. Что ты делаешь, Зося? Я люблю тебя, Стефан. Нет, я люблю другую женщину. Мы с ней обручены, и она меня не отпустит. К жене? К собственной жене не отпустит? К бывшей собственной жене. Стефан, Стефан, кто она? Ну, ты ее не знаешь. Не лги, Стефан, скажи, кто она. Стефан, я догадываюсь, это Рената Ружецкая. Ну, что ты? Стефан, у тебя бегают глаза. Ты хочешь от меня сбежать, да? Так вот я сейчас иду в оружейную палату. Зачем? Когда я вернусь, я с ней поговорю. Это ж надо. Так обидно. За 9 часов долетела до Москвы и не брат. Кончат. Проверьте еще раз. Может быть, все-таки брат. Проверьте, а? Ну, что проверять-то? Мама моя вернулась из Германии. Сейчас на пенсии. Ой, ну надо же, подарки везла. Ну вы их все равно возьмите. Да нет, что? Возьмите, нет, возьмите. Нет, возьмите, здесь он ты, кухлянка. Я ж думала, мы сразу на север полетим. Ой, так обидно. Мне очень, очень обидно. А нам? Она так сняла вашу встречу. С ума сойти. Знаете, сколько лет пишу во все организации, ну, получаю там письма, телеграммы. Верить, вот руки дрожат. Мои ведь ждут вас. Муж у меня гидролог. И время сейчас хорошее, весна. Всего минус 15. Так верила. Так надеялась. И все-таки не теряйте надежды. И вы, Маша, и вы, Анжи. Я верю, что вы обязательно найдете своих близких. Лично я в этом не сомневаюсь. Не сомневайтесь. Конечно. Мне дано задание снять вашу встречу с сестрой. Я 10 лет работаю на телевидении. Еще не было случая, чтобы я не справился с заданием. Ну, да это Бог. А при чем тут Бог? Товарищ Ружецкий. Да? Только честно, вот вы верите, что он найдет свою сестру? Конечно. А если нет? Вы представляете, что это будет? Ведь каждая сестра это 200 метров пленки. А если нет? Я же материально ответственное лицо. Ну, значит, верите, что найду? Верю. А я не верю. Чудес не бывает. Самым разумным будет, если я вернусь назад, в Варшаву. Нет, нет, Анжи, вы не должны этого делать. К вашему сведению, есть такая наука, статистика. Слышал. На войне погибло 20 миллионов русских и 6 миллионов поляков. А сколько миллионов осталось несчастных и обездоленных? Прошло 25 лет, а невесты ждут своих женихов. Матери сыновей. Или вроде вас ищут своих близких. Ищут и находят. Один на миллион. Да нет, я слышала о другой цифре. За 10 лет 250 тысяч нашли своих близких. Возможно, но я сомневаюсь. А я верю. И если вы все-таки уедете, то я останусь и сама буду искать вашу сестру. И найду ее. Вчера обедали? А сегодня? Да. Что да? Тоже нет. Нет. Понимаете, обед целый час, а мне дорога каждая минута. Ничего, пообедаем в Варшаве. В Варшаве.
Как жаль, что у меня нет с собой газовой плиты, черного кофе и продуктов. А впрочем, я могу кое-что придумать. Куда вы? За плитой? Почти да. Рената, только ты можешь меня спасти. А что случилось? Ты знаешь, ко мне хочет вернуться Зося. Ну и прекрасно. Что ж прекрасного? Ничего прекрасного. Я объяснился тебе в любви. Ты дала мне свое согласие. Я? Да. Да ты с ума сошел. Ну да. Ах, вот оно что. Я понимаю. Ну, хорошо, хорошо. Так хотя бы помоги мне, помоги сохранить свободу. Ты знаешь что, скажи, что ты приняла мое согласие и никогда, никому, ни за что меня не отдашь. Стефан, я не могу этого говорить. Ну, я прошу тебя, умоляю, моя жизнь в твоих руках. Здравствуйте, Рената. Рената, я спрошу, отдайте мне моего мужа. Пожалуйста. Пожалуйста, не будем говорить об этом. Об этом не может быть и речи. Зося, ты слышала? Об этом не может быть и речи. Стефан! Спасибо, Зосенька. Ушла, пиши, пропала. Прошу, отдайте мужа, поверьте, вам не нужен подобный отвратительный субъект. Он человек неверный, он вам испортит нервы, он не мужчина, а сплошной дефект. Нет, Зося, знай заранее, напрасны все старания. Тебя носил когда-то на руках, с тобой терпел немало. Ушла, пиши, пропала, мы говорим на разных языках. Молчи, молчи, жестокое создание, еще не раз ты вспомнишь обо мне. А вас прошу, имейте сострадание и мужа верните его родной жене. Так Стефана ругать я сцен подобных этой не терплю. И вовсе не желаю вам Стефана отдать я, его я обожаю и люблю. Нет, Зося, знай заранее, напрасны все старания, дороги снова к сердцу не найдешь. С тобой терпел немало, ушла, пиши, пропала, меня ты, птичка, рыбка, не вернешь. Войдите. Куда вы исчезли, Андрей? Хотели меня накормить? Вы что, действительно собираетесь уехать? Да. Прекрасно. Счастливого пути. Постойте, Рената. Еще я уезжаю потому, что с каждым днем страдаю все сильнее. Да-да, я уезжаю потому, что вам сказать, о нет, нельзя, не смею. А впрочем, чувства больше мне не скрыть. Мне все равно, пусть даже рассержу вас. Я знаю, мне нельзя, не смею вас любить. И все-таки люблю вас. Никогда не смогу забыть день, когда я впервые вас встретил. И клянусь рядом с вами быть величайшее счастье на свете. Милый Анжель, я счастлива и смущена, и не знаю, что я вам ответить должна. Милый Анжель, я поверьте, смущена.
Да. Извините, что поздно. Это я. Можете вы мне наконец сказать, сколько у вас сестер? Одна. Одна! Одна! А может быть, пять, может быть, восемь? Восемь? Да нет, восемь это, конечно, преувеличение, но все идет к тому. Получены две телеграммы. Одна из Одессы, одна из Кутаиси. Это кошмар. Обе сестры. В 7 утра будут в Москве, но прилетают на разные аэродромы. Спрашивается, может ли нормальный человек быть одновременно на двух аэродромах? А кто они? Если бы я знал, кто, я знаю откуда. Кутаиси. А где это Кутаиси? Кутаиси это Грузия. А вы знаете, что такое Грузия? Республика на юге Советского Союза. Нет, это не Грузия, это география. А Грузия. Один грузин мне говорил по-грузински такую историю. Бог создал землю и роздал ее разным народам. Грузин прибежал последним, он проспал это важное событие. Ты почему пришел последним, спросил Бог. Я же все роздал. Вай! Потом почесал затылок. Ладно, поступлю с тобой по-божески. Есть тут, я оставил для себя кусочек. Бери его, дорогой. Бери, Геннадсвали. Теперь вы понимаете, что такое настоящая Грузия. Грузия – это небо, это солнце, это райский климат. Грузия – это... Это чай. Хоть мы в Грузии живем, никогда вина не пьем, вай-вай. Собираем урожай и предпочитаем чай, вай-вай. Наши старики то 100 лет живут, потому что чай ежедневно пьют. Крепче он вина, персика нижней, выпей сам до дна и друзьям налей. Одесса. А что такое Одесса? Одесса? Вы не знаете, что такое Одесса? А? Одесса это море, это солнце и люди, причем люди веселые, как солнце, и темпераменты, как море. Потом ведь в Одессе родился, как вы думаете, кто? Бабель, Багрицкий. Кто еще? Ильф и Петров. Кто еще? Не ломайте себе голову, все равно не сломаете. В Одессе родился я. Одесса мой любимый город, и я горжусь им. Одесса. Одесское море, зеленые каштаны, играют музыканты, сверкают огоньки. В Одессе на бульваре гуляют капитаны, в Одессе на бульваре гуляют моряки. Еще вчера трепал их норд-ост проклятый ветер, и в клочья туч висели на вымокших снастях. Они пришли в Одессу сегодня на рассвете, они как дома в море на берегу в гостях. Их обжигало солнце на острове свободы, Антарктика встречала их ветром ледяным, и по морским законам Нептун покинул воды, экватор открывал им трезубцем золотым. В Одессе на бульваре зеленые каштаны шумят листвой тяжелой на ласковом ветру. В Одессе на бульваре гуляют капитаны и снова в рейс далекой отчалят поутру. Ой, вы видите, я когда вышла из самолета, я даже растерялась. Столько встречающих, столько друзей, вот этот киноаппарат и вот...
Какой он интересный, а? Но я сразу узнала, что он это ты. А знаешь почему? Подержите, пожалуйста. Сердце. Мне сердце подсказало. Ой, какая я счастливая. Успокойтесь. Маша, успокойся. Все позади, мы снова вместе. Ты прав. Это слезы из прошлого. Я когда вспоминаю прошлое, я всегда плачу. Ой, я столько пережила. Ты был тогда в Польше. Я одна, ну, что там говорить? Понятно. Ну, теперь у меня муж. Какой он интересный, а? У меня две дочери, муж инженер, я сама по медицинской части. Вы врач? Ну, я в аптеке работаю, но могу дать совет, мне хуже. А одна дочь у меня в музыкальной школе. Ой, так это ж талант, ты знаешь, это талант. Это будущий Давид Ойстра. Ну, а другая бегает. Как бегает? Она спринтер. Как спринтер? Ну, спортсменка она. А-а-а! А, что там говорить? Ой, я только одно жалею. Я жалею, что мама не дожила до этого дня. Но мы сегодня же полетим в Одессу, и я тебе скажу, ты сам увидишь. Ты увидишь всю семью, ты увидишь всех знакомых. Ну, ну не вся, но пол Одессы ждет тебя. Прекрасно, но в Одессу вы сегодня не полетите. Как? Новое дело, почему мы не полетим? Потому что сегодня будете выступать по телевидению. Я? Да. С удовольствием. Угу. Я должна что-нибудь сказать? Обязательно. И я скажу. И знаете, что я скажу? Да. Я скажу спасибо, большое спасибо братской Польше, которая вырастила и сохранила мне моего брата. И еще я скажу. Я скажу, что и я, и вся Одесса, мы Польше этого никогда вот не забудем. Да. Прекрасно. Вот это вы и скажете по телевидению. Если бы я получила право говорить от всей Польши, я бы сказала. Спасибо и вам, дорогие друзья. Вы очень помогли моей стране. И Польша вам этого никогда не забудет. Ой, спасибо. Извините. Ваня! Ваня, ой, умоляю, езжай скорее на студию, привези мне коробку пленки. Ну, а ты уверена, что это его сестра? Да, ну, вполне. Ну, а вдруг? Что вдруг? Все теперь проверено, все совпадает. Так ну, что ладно. Жми, все будет в порядке. Еду. Давай. Ой, я извиняюсь, конечно, что вот эту передачу, ее будут смотреть и в Одессе тоже? Разумеется. Какой кошмар, а? Ой, у меня такой вид. Одну минуточку отойдите, а? Никакой прически. Не маникюра, тем более телевидение так искажает. А что, скажите, да-да. Есть в этом отеле какая-нибудь парикмахерская? Разумеется. Очереди. Конечно. А... Но со мной без очереди. Спасибо. Анжей, Анжей, дорогой мой, ты не обидишься, а? Я в парикмахерскую, это максимум полчаса. Я провожу тебя. Не надо. Ты отдыхай, отдыхай. Вот кого мне жалко, ты знаешь, так это вот эту женщину из Кутаиси. Ну, как же она и летела, она волновалась, а сестра я. Я провожу не надо, тебя. Не надо. Я. О, о, вот это сразу видно, этот джентльмен. Ничего удивительного, ведь мы с вами земляки. Вы одессит. Ой, мне плохо. Нет, ну столько удачи в один день, это уже чересчур. Представьте себе, эти люди ничего не знают об Одессе. Не об Одессе, а за Одессу. Город наш всемирно знаменит, жемчужиной не зря его назвали. Сам Париж имеет бледный вид. В Париже нет ни моря, ни кефали. Знают все, это не секрет, об этом даже часто пишет пресса. На земле прекраснее места нет, чем первая красавица Одесса. О, какой чудесный там народ! Все женщины небесные создания. Мужчин скажу наоборот, хотя и в них есть море обаяния. Знают все, и это не секрет, об этом даже часто пишет пресса. На земле прекрасней места нет, чем первая красавица Одесса. Знают все,
чем первая красавица Одесса. У вас замечательная сестра, Анжи. Да, согласен. Простите, Рената, но мне нужно на почту. А вы больше мне ничего не хотите сказать? Нет. Странно. Не так давно вы говорили, что... И очень сожалею об этом. Почему? Спросите у Стефана. Рената? Прости, я не совсем одет. Стефан, помоги мне завтра улететь в Варшаву. Куда? В Варшаву. Завтра мы летим в Одессу. Час назад я разговаривал по телефону с главным. Требует 4 подвала и массу фотографий. Так что придется работать, рыбка моя. Что с тобой, Рената? Ничего. Я в Одессу не полечу. А Анжи знает об этом? А мне нет никакого дела до Анжи. Да, но Анжи сказал птичка. Анжи, Анжи, я ничего не хочу о нем слышать. And how I would you like you please to say how many have I left today? A green, a frog is green, green, a frog is green. For so is three. One, two, three. Как ты думаешь, Анжи, почему Рената плачет? Не знаю. А как ты думаешь, Анжи, почему она хочет улететь в Варшаву? Я не знаю. А как ты думаешь, почему Рената... Я не хочу о ней слышать больше ни слова. Ну, понятно. Хотя, в общем, ничего не понятно. Она плачет, ты злишься. Слушай, будь мужчиной, пойди успокой ее. Я? Да. Она твоя невеста, ты иди и успокаивай. Кто? Рената. Какой идиот сказал тебе эту глупость? Ты. Я? В самолете. Ну да, я тогда верил в возможность этого варианта. Как? Ну ведь я же своими ушами видел, то есть своими глазами слышал, как она сказала этой Зосе, что ты любишь ее. Я, конечно, я всегда ее любил. Почему-то все влюбленные видят ушами, а думают глазами. Слушай, Стефан. Ты рискуешь жизнью! Ну, знаешь, Анжи, чем так жить, так уж лучше убивай. Thank you.
Oh, I'm sorry, but I don't understand. Скажите медленно. Could you tell me? Что это с ним? Репин. Айвазовский. He has gone mad. Свихнулся, сошел. No, madam. To the Третьяковская галерея. А, Третьяковская галерея. Now I understood, поняла. Go to bridge, это по-русски мост. Мост. Then along street, по стриту, по стриту. Can I help you? Do, please. Go out of the hotel. Cross the bridge, turn to the right, and go up to Lavrushinsky by street. You'll see the Третьяков gallery. Oh, thank you very much. Not at all. Oh, thank you very much, my dear, for your help. Вы замечательно говорите по-английски. Wonderful. Вы знаете, у меня возникла прекрасная идея. Я хочу предложить нашему коллективу хотя бы один день в неделю всем говорить только по-английски. И администраторам, и дежурным, и горничным. Ни слова по-русски. Вы не скажете, в каком номере живет Вишневский? В 906-м. Он дома? Сейчас узнаю. Можно водички? Пожалуйста. Спасибо. Что с вами? Деточка, вы так побледнели. Никто не отвечает. Была в рейсе, вернулась, а мне говорят, по телевидению была передача. Ага. Брат мой нашелся. Кто, Вишневский? Да. Нет, он уже нашел свою сестру сегодня. Как? Этого не может быть. Нет, нашел. Все, говорят, совпадает. Так. Нет, все равно нужно проверить. Он ведь меченый. Как меченый? Татуированный. Да нет, что вы. Он в детстве с яблони упал. У него возле левого уха шрамик остался на всю жизнь. Ой. Так что, если шрамик на месте, мой брат. Ой. Подумать только, как интересно. Ну, а в лицо-то вы его знаете? Нет. Как? Нет? Тогда подождите минуточку, я спущусь на 8-й этаж, и там его посмотрю в буфете. Пустите, пустите, Анжи, я убью этого негодяя. Пощади меня, я еще так молод, у меня все еще впереди. Я еще так нужен человеку. Он еще стоит. Все неприятности моей жизни из-за тебя. Да. Мне до сих пор стыдно, что он заставил меня лгать этой бедной сучке. И она поверила. А ты поверила? Я. Ага, и она тоже поверила. Нет, Стефан, дорогой, я не поверила. Ты не хочешь поговорить со мной? Ну, ты же видишь, я занят несколько. Может быть, лучше завтра. И вообще, Зося ушла. Пиши. Простите меня, Рената, ведь я люблю вас, люблю. Я люблю тебя, и любовь никогда не погаснет. Ах, я счастлива, эти слова.
О, здравствуйте. Здравствуйте. Какими судьбами здесь? А, 4 дня назад из Варшавы летели. Да, да, из Варшавы. Как ваши дела в Москве? Ну, как вам сказать? Отлично. Ну, а когда домой летите? Думаю, что через недельку. Если полетите в Чётное, значит, опять мой пассажир. Ну что ж, я обязательно постараюсь только в Чётное. Как ваши дела? Мои? Не скажу. Что так? Я суеверная, а сегодня 13-е. Нет, сегодня 14-е. А, да, верно, сегодня Чётное. Все равно не скажу. Вот если исполнится, тогда в самолете узнаете. Ну, всего хорошего. Всего доброго. Ну как, выяснили? Что? Ну, выяснили? Ну, что? Да это же Вишневский. Кто? Он? 906-й! Ну, как? Английской королевой только. Не думаю. Мне кажется, английская королева мне сильно уступает. Помнишь, у тебя был товарищ Костя. Костя? Костя. 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 Он еще заикался. Верно. Он теперь директор завода. Что ты говоришь? У них в саду ты с яблони и упал. Да. Да, вот. А фамилия Терехов. Терехов. Тебе ни о чем не говорит? Подожди. Терехов. Терехов? Терехов? Да. Андрюша Терехов. Да. Пушкинская. Ну, Пушкинская. Пушкинская 3, квартира 33. Это же я. Ну, правильно. Я. Граждане, а вы можете мне объяснить, что здесь происходит? Маша, вы понимаете, так получилось. Не надо. Мне и так все ясно. Не огорчайтесь, прошу вас. Я искал только сестру, а нашел много добрых друзей. Машенька, Машенька, не плачьте. Ваш брат тоже найдется. Я и сама не верю, что он мой брат. Нет, 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 нет. Пушкинская 3, квартира 33. Ой, смотри, они похожи, а? Грандиозно. Завтра вся Варшава узнает о том, что Людвиг 71 нашел свою сестру. Радоваться будете потом. Через полчаса мы в эфире. 70 миллионов у экранов телевизоров и один автобус внизу. А это наверняка ваша сестра. Наверняка. Тогда скорее, товарищи, скорее! Хай! Позвольте. Хай! Я до выхода в эфир хочу сказать несколько слов нашим зрителям. Как так? Так, непосредственно. Мы понимаем, что не все истории, подобные этой, заканчивается столь благополучно. Но я теперь знаю, что все кончается благополучно чаще, чем мы думаем. В этот час нет счастливее.